Семчики бомбони, мы смотрим сегодня выступление группы Глэйя. Начинаем. Плошные актеры, да? Из игры в Кальмара. Ну, который играл в Плохиша. Но ребятки не спят, видно, походу. Мешочки такие, под глаза. Сразу, вот прекрасная мелодия, сразу, такая моментально погружающая в купивание в зиму. Я хотел, знаете, различные антураж зимний, новогодний, какой-нибудь снежок идет. Всего, что угодно, но не этого. Конфеточка. Тут история, да, видно историю. Ну, там видно, там много снега упоминается, прогулка до дома и так далее. Очень красиво. Красивый припев, он при этом, знаете, такой бодрящий, то есть, знаете, такой вдохновляющий, чертовски ярко вдохновляет. Просто хочется жить вот такой вот флоу используется. Особенно вот на припеве это особенно видно, прям прекрасно, прекраснейший припевчик. Ну и вообще вся эта, то есть, вот ты слушаешь его, и ты вот прям словно вот ее ощущаешь, вот эту прогулку, всю эту историю, прекрасно, вот просто прекрасно, он реально погружает в атмосферу зимы. Так, получается, он поет о том, о пейзаже, который он видел. То есть он поет о реальности, то есть он поет о том, что он ну, реально прожил. То есть он поет даже не просто о ком, то есть он поет об определенном месте, даже так. Прикольно. Ну и реально, да, после такого хочется туда попасть. Прямо вот он так, знаете, как-то классно все это описывает, что он, блин, о, ну это тоже обязан просто попасть. Обязан попасть в это место. И познать этот хруст данного снега, например.
Чудовски эмоционально, не знаю, сколько прошло лет с той как бы встречи, когда он увидел, когда он побывал, он был в том месте, в котором он поет, но эти эмоции настолько сильны, что они до сих пор в нем как-то вот отражаются каким-то вот особенным эти явления, какие-то особенные моменты. И до сих пор способны вызвать яркие эмоции. И, ну, музыкант у нас таки способен, ну, спокойный гитарист. Взрыв вот в этих репоцианских, то, что он прям вот прям вот полностью раскрылся, прям вот это, он частичка вот его души, вот это, блин, классно, прям вот супер, то, реально хочется туда уехать, все, вот, я точку у себя поставил, некую, так скажем, в потенциальной карте, если вдруг поехать туда, то я знаю, куда ехать. Просто мощнейшее выступление, чертовски эмоциональное, просто красивое, при этом еще и атмосферное, очень колоритный такой мужчинка. Все, она описала, так и делается, знаете, реклама некоторых мест. Все, тут после такой рекламки, знаете, невозможно уже сказать об этом месте что-то плохое, и ты обязан просто туда съездить и посмотреть, подбиваться. И именно ехать туда в зиму, именно в зиму. Ну и часто, знаете, вот такие вот, почему-то вот многие песни, вот японцы, да, то есть моменты у них происходят именно зимой почему-то. Ну, либо в дождь, вот такие вот любят, такие осадки. Ну все, мне кажется, он может просто, знаете, вот спокойно, знаете, ехать в это место и просто там черпать вдохновение и возвращаться с новыми силами. Думаю, он, наверное, так и делает, плюс-минус, отдыхает именно в том месте, в котором он и пел. Ну, респект, респект. Добро всем, чеки вам, Мони, пока-пока.